Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские юниоры завоевали 12 медалей на первенстве Поволжья по дзюдо. Самарские теннисистки – одни из лучших в стране. Подводим итоги турнира ТОП-12. Мегалада – главный претендент на Кубок России по спидвею. Никита Толокнов и Игорь Сайдулин в тройке лидеров первой финальной серии Кубка России по мотогонкам на льду. Первое место у Сергея Караченцева из Уфы и Мегалада Толокнов отстает от лидера на 6 очков. Третий результат у Сайдулина, у него минус 8 баллов. Впереди еще два этапа Кубка страны в марте в Нефтекамске и Югорске. А вот самарские дзюдоисты уже завоевали звание чемпионов. С первенства Поволжья они привезли 12 медалей. 2 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Награды высшего достоинства завоевали Никита Верещагин и Александр Курнакин. Все призеры получили путевку на первенство России, где, по словам тренерского штаба сборной команды области, нужно будет преодолеть психологические барьеры, тогда можно будет рассчитывать на золотые медали всероссийского турнира. Теннисисты пока золотом на всероссийских соревнованиях не радуют. На прошедшем в Ленинградской области турнире по настольному теннису ТОП-12 12 сильнейших спортсменов страны в 4 возрастных категориях юноши и девушки определяли лучших. В этом году самарские мастера ракетки завоевали 3 серебряные медали. Эрика Кварчия, категория до 12 лет, Екатерина Зиранова до 16 и Валерия Щербатых до 19 лет. Среди самарских юношей лучший результат показал Артем Зимарин до 19 лет. Он 6-й. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.